32-й маршрут от улицы Уссурийской сажусь на то же место. Сколько людей, а? Уважаемые пассажиры, напоминаю вам, что во избежание травм необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении троллейбуса от остановки. Байкальская улица. Следующая остановка – Байкальская улица. Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руку. Забыла. Что у вас уже? Надоело это слово. Поехали.
Байкальская улица. Следующая остановка – Хабаровская улица, дом 4. Хабаровская улица, дом 4. Следующая остановка – Хабаровская улица. Мосгортранс приглашает жителей Москвы и Московской области старше 21 года, имеющих образование ниже среднего, на работу по профессии водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая. Социальный пакет, льготный проезд на наземном городском пассажирском транспорте, гибкий график, работа в районе места жительства, возможно, обучение, а также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону 8-495-950-40-40, 8-495-950-40-40. Thank you.
завтра мы где-то выйдем в маршрут. Думаю. Где-то из детей, наверное, уже тут проехал. Угу. Тут еще остановка тут. И он там тоже. Угу. Вот это цикл. Вот это его тоже дорога. Где-то они работают. Он завтра работает. Так вот я не знаю, за сколько. За сколько он завтра работает? Алло. Привет, да? Сколько? Ну, хорошо, пускай 31, ты мне не свидетельство выслал, а водительское удостоверение, не свидетельство. Ну, на машину. Нет, вот эти, которые запаянные. Свидетельство о регистрации транспортного средства. Уважаемые пассажиры, будьте вежливыми, уступайте места людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, пассажирам с детьми, беременным женщинам. Во избежание травм держитесь за поручни. Следующая остановка – 15-я Парковая улица. Парковая улица. Следующая остановка – Чусовская улица.
Следующая остановка – 11-я Парковая улица.
Станция метро Щелковская, автовокзал. Следующая остановка – 5-я Парковая улица. Thank you.
Мандажная улица. Следующая остановка – Калошина. Калошина. Следующая остановка – Сиреневый сад. Уважаемые пассажиры, вежливыми, уступайте места людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Во избежание травм держитесь за поручни. Вокруг Солнца, вокруг которой вращается небольшая планета Луна. Никто не
Творец творчества.
Европа. Следующая остановка – Халтуринская улица. Следующая остановка – станция метро Преображенская площадь. Уважаемые пассажиры, просим вас заранее готовиться к выходу. Thank you.
станция метро Преображенская площадь. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных или бесхозных вещей в подвижном составе, не прикасаясь к ним, незамедлительно сообщите водителю. Следующая остановка – станция метро Преображенская площадь. Станция метро Преображенская площадь. Следующая остановка – Преображенская площадь.
Преображенская площадь. Следующая остановка – трамвайное депо имени Русакова, университет приборостроения и информатики. Трамвайное депо имени Русакова, университет приборостроения и информатики. Следующая остановка – улица Короленко, социальный университет. Thank you.
театр Романа Бендюка. Следующая остановка – станция метро «Сокольники». Уважаемые пассажиры, будьте вежливыми. Уступайте места людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Во избежание травм держитесь за поручни. Станция метро «Сокольники». Следующая остановка – Первая Сокольническая улица.
Давай, налей мне сейчас. Ну я из горла попью, ничего страшного. У нее. А ты что, не мужик, ты свое слово не можешь сказать? Сами делай, сами мужик. Дай мне выпить. Ты говоришь, что поймешь позицию. В общем, после патологии... Да, Никита, может. Сейчас, после патологии. Нет, давай после патологии. После патологии. Да, мы выехали, мы только на троллейбусе сели. Вы нас подождете? Видишь, как мы сидим? А, окей, давай. Поверь, я всегда выплыву из ситуации, и вы победите. Я вижу твое победительство. Выплыви. Ты что смеешься? Я вечером ждет мужчина. Кто-то нет, а кто-то нет. Подожди, я патологию. Вот, после патологии мы поедем домой. Я заберу поломку и поеду. Первая Сокольническая улица. Следующая остановка. Третья Сокольническая улица. Библиотека имени Лермонтова. Нет, я не жалко.
пошла она нахер. Я прекрасно вас понимаю, что вам не интересно, но когда девушка ведет себя так, что домой меня вот на это состояние, не приходит к тебе, когда вы вас не понимаете. Поэтому я говорю такую фразу, как сказал ей, что тоже может. Или я хочу, я эксперт, или я хочу свалить. Понимаете? Электрозаводский мост. Следующая остановка. Станция метро Электрозаводская. Центр госуслуг района Соколиная гора. Выход с железнодорожной платформы Электрозаводская. Thank you.
Кирпичная улица. Пользуйтесь пешеходными переходами.
Не переходите дорогу перед быстрым и другим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руку. Thank you.
Гаражная улица. Конечная. Уважаемые пассажиры, просим вас заранее готовиться к выходу.
Так, это вот поездка на троллейбусе 32 по Уссурийской улице до Гаражной. Что-то я утомился, честно скажу. Вот он. Надо было, наверное, выйти на предыдущие остановки. Ничего тут такого особого нет. Долгий и мучительный поворот под эту строящуюся эстакаду. Ну что ж, все. Спасибо тем, кто высидел вместе со мной этот вот маршрут такой достаточно длинный. Ну, вам-то проще. Надоело, в любой момент можно нажать на стоп, на паузу, на что хотите. А вот мне, к сожалению, у меня такой кнопки нет. Ну все, на этом я ролик заканчиваю. Была информация, что с 29 апреля закрывают этот 32 маршрут. Написали в сообщениях. Ну вот я и решил до 29 этот маршрут снять на память. Если у кого-нибудь еще какая-нибудь информация, где вы там ездите, может, увидеть объявление, пишите. Стараюсь отработать. Все. На этом ролик я заканчиваю. До свидания. Лайкайте, дизлайкайте, чтобы было побольше этих стрелок вверх-вниз. Все. До свидания.